час уже закончилось, я не хочу никуда ехать, хочу обратно домой. Потому что там родители, муж, который защищает нас. Так, я с Николаева еду на время отпуска к своим родственникам переждать вот это все, что творится. Молимся, чтобы действительно Господь все остановил. Только на Него сейчас надежда у нас. Верим. Все будет хорошо.